Но сегодня мы разберем удар. Сегодня мы разберем удар локтя после финта. Элемент наносится с дальней дистанции, с дистанции типа. Первый тип мы бьем жесткий, чтобы соперник привык, почувствовал его. И вторым финтом уже он реагирует на наше колено. Чем выше вы занесете колено, тем, соответственно, он больше поверит, что вы собираетесь в очередной раз ударить тип. Соответственно, взгляд его упадет на колено, он наклонит свою голову вниз и попадет как раз на удар локтем. Также можно использовать и передний локоть. Соответственно, вначале мы бьем левый тип, возвращаемся, затем показываем финт, и после этого бьем удар локтем. Но предпочтительнее бить задней ногой, потому что он более акцентирован, и сам финт получается более такой реальный. Когда нога идет вниз, вы одновременно бьете удар снизу вверх локтем. Не вначале поставили, затем ударили, а именно одновременно удар локтем. Надеюсь, вам понравился данный удар локтем. Подписывайтесь на канал Blood and Sweat. Следите за мной на моем веб-сайте и на Instagram. Сегодня вместе со Станиславом Макеевым мы разберем технику ударов локтями из клинча. Данное действие наносится из клинча, когда мы стоим в обоюдном захвате со своим соперником. Делаем шаг назад, тем самым мы растягиваем всю...